68 человек возросло число жертв на металлургическом заводе в китайском городе Куньшань. 187 получили различные увечья. Следствие выявило, что в момент инцидента в цехе сборки автозапчастей находились 264 человека. 44 рабочих погибли на месте, позже еще 24 скончались в госпиталях от полученных травм. Аварийно-спасательные работы продолжаются, идет опознание тел погибших и пострадавших. Местная полиция уже задержала двоих представителей руководства предприятия. Они заявили, что взрыв мог произойти из-за возгорания взвешенной пыли в воздухе, образовавшейся в процессе производства.